Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход, долгожданный выход. Пацаны, сколько мы не выходили на коп, не радовали зрителей? Месяц, наверное. Мы месяц, ребят, не выходили на раскопки в связи с тем, что, ну, у парней то работа, то кто-то у нас купается, блин. Все, всем привет, обнял, прижал. Сегодня еще один новый камрад, Дмитрий. Еще один шурфолог. Это, кстати, это Дмитрий приехал со своей лопатой для шурфа, ребята. Это Дмитрий. Это самая счастливая лопата. Чтобы понимать. Я не знаю. Чуть больше локтя, ребят. Как вот шурфить такой лопатой, не понимаю. Нормально, нормально. И посмотрим в течение ночи. Будем всю ночь копать. И что-то интересненькое, надеюсь, у нас получится. Вот. Но, к сожалению, ночью ничего у нас не вышло интересного. Но зато на утро... Как попёрло, мы даже не успевали монеты вытаскивать. Устали копать монеты. Так что смотрим, будет очень интересно во второй части. Итак, ребят, наткнулся я на сигнальчик. Я уже устал копать этот клад. Не знаю, клад, ну, скорее всего, арсенал. Смотрите, смотрите, вот это вот. Вот это вот старинное, и его тут полно, кругом, смотрите, смотрите сколько, это, ладно, смотрите сколько еще здесь наковырял, смотрите, вот такие вот, это от Мосина походу, еще есть вот такие здоровые, блин, их полно здесь, блин, охренеть, и сигналы продолжаются, ёпты. Офигеть! Вот это я наковырял, бля! Охренеть, смотрите, какой арсенал я уже. Сигналы-то здесь продолжаются. Вышли по старине. Пришли по войне. Ну да, блин. Жесть полная, блин. Блин, жалко зады. Ну, не, нормально. Нормально. Пойдет. Куда пойдет? В ямку обратно они пойдут. Ну, пано отрезать, а эти-то в ямку. Ладно, сейчас будем дальше. Давай вот на лопату. Угу. На лопату. Мы сейчас их деактивируем. Ай, блин. О, вон туда. Смотрите, блин. Он живой. Да. Все, хорош, не надо больше. А то сейчас у меня лопата сгорит, ёпты. Сейчас мы в прямом эфире проверим, рабочее это все дело. Да ладно. О, смотрите, работает, ёшкинко. Да ладно. Смотрите, творится. Бля, тут у меня лопата, смотри, вся новая. Ёшкинко. Рабочие патроны, ребята. Все, надо их все распотрошить и копать дальше. Итак, ребята, вот в этом месте был арсенал с Первой мировой. На патронах вот такое вот количество у меня получилось патронов. Надпись, вернее, цифровое обозначение 1916 год. Здесь два вида патрон. Вот такие два. И еще вот такой. Это от Моси, походу. Это хрена знает. Такая здоровая, блин. Я первый раз такой вижу. Пишите, ребят, в комментарии. Для чего, когда, чего это вот такой вот патрон? Вот если такая вот шайба прилетит в голову, да, от головы ничего не останется. Вот такие вот вещи здесь. Гнилые они. Прям достаешь оттуда руками, и там внутри порох. Классно. Ребят, вот такие здоровые патроны, которые я сказал вам с набалдажником. Внутри, ребят, какая-то вата. И порох там совсем другой. Шайбочками какой-то. Вон, видите? Шайбочками какими-то. Блин, вон уже сколько набрал. Вот это пламя будет. В конце видео выпуска.
дождем. У Рустика там какой-то сигнал. Сейчас в тихаря посмотрим. Положи сюда. Да, будет твоя первая зачетная. Хабар. Серег, покажи, что ты там наковырял. Так, у Сереги вот такая вот яма. Ну, в принципе, небольшая. И по находкам у него как-то вот так вот. Самое интересное, вот царская монета. Вот, когда он здесь поднял три монеты, мы к нему прибежали. Пятачок. А, трешечка. 39-й, епты. 30-й, 30-й. Я не видел. Герб, ты смотри, какой старый, епты. Ничего не вижу. Ослеп. Так, а у меня вот с этого, с небольшого участка, уже вот такое вот количество монет. А, так, пятнашка. Три пятнашечки. Два рамочника, один четвичок, десятка, рамочник, двушка. И вот такая вот жалко с утратами якорь с топором. И бутылочка. Ну, пока так. Чё, кого там? Вот так вот. Принц шурфологии. Один нашел шурф, и все кидаемся на него. Этот шурф нашел Серега. И мы прибежали с Рустиком сюда. Так что, пока, неплохо. Итак, ребят, ну что, советики я вам не показываю. Серега, Рустик, у Сереги там вообще, блин, столько посуды. Он каждую секунду выкидывает посуду. У меня вот такой вот сигнал выпал. Красиво так лежит. Это у нас двушка. Двушка Николая. Орел, огонь, а с другой стороны, ребята, после чистки будет говно полное. Зелень, а вот орел вообще бодрый. Ну ладно, царь уже третий. Класс. Ну, ребят, ковыряемся мы дальше, продолжаем с трех сторон. Рустика есть, у Сереги есть. И у меня тоже появился зелененький. Но с одной стороны, видите, нижнюю часть я уже почистил. Всегда, когда я поднимаю 2 копейки 24-го года, я в надежде тру, чтобы циферка 4 превратилась в 25. Но, к сожалению, не получается. Снова 2 копейки 24-го года. Герб бодрый, а здесь немножко с утратами зеленый. Классно, классно. У пацанов, блин, бутылочки всякие, стекляшечки, а вот у меня пока монетки прут. Продолжаем. Так, ребят, выпало то, что никто не ожидал. Я долго не снимал ничьи находки. У Сереги были и царские монеты, у меня и советские, я не снимал. Все, ждал какой-нибудь изюминка, и смотрите, что выпало. Та-дам! Вот такая вот хреновина. Офигеть, я сейчас ее потру, может быть, на ней рисунки есть. Пишем, предполагаем, что это такое. Ребята, что такое? Нанос? Да. Или между ног, да? Ну, сейчас покажу, три штуки. Офигеть, вот такая. Надеюсь, там будет все продолжение. И мы узнаем, от чего это. Нанос это или куда? Два балбеса вот стоят. Ладно, копаем. Ну что, ребят, находки прут. Лезут, лезут. И вот у меня зелененькая. Зелененькая. Это у нас 3 копейки 24-го года. Класс. Вообще зачет. Продолжаем. Здесь комрады еще подъехали. Тоже копают. Ну, где-то вон в там, вон в том леску. На белом форде. Если нас смотрят, привет. Ну что, ребят, мелочи я вам не показываю, но пятак можно показать. Сохран, конечно, не очень,
31 год. 31, да? А, 51, ёшкин кот. Вот такая вот. Почти чистенькая. Причем сама выпала. Идем. Класс, зачет. Ну что, еще один пятак, ребята, вышел. Но пятак уже, ну так, 30-й год. Классный. Я вам не показывал еще несколько находок. Колечко, конинка, двушка, трешка. Вот такие вот монеты пополняют нашу копилочку. Зачетно. У пацанов тоже сигналят приборы. Так что ладно, идем дальше. Итак, ребят, у Сергея царская монета. Вот она. Это копеечка. Но разглядеть, какой год, невозможно. У него прям, смотрите, какой шов грандиозный. Прям бутылок море, море, море. Зачетные, которые у него, это две царских бутылочки. Вот и вот. И третья вот такая вот. Ага. Стекляшечек. Ой, красиво. Ох, смотрите, какая стекляшка. Мрана 2. Офигеть. Вот такой вот, смотрите, еще горшочек. Прикольный носик. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, находка. Ну, находка маленькая. Маленькая вот такая вот копеечка. Вы спросите, а что я ее показываю, да? Я копейки, двушки, трешки не показываю. Но год-то, смотрите, 1927 год. Вы, наверное, цену уже знаете, но я нет. Пацаны говорят, дорогая. Была бы двушка 27-го, было бы вообще классно. Ну, цену я прикрепил, вы уже знаете. А мы еще в догадках. Так что, если дорогая, пишем комментарии и поздравляем с удачной находкой. Ребят, тут вот такой вот хороший лежит, кругленький. Я еще прибором не проверял, но что-то круглое, смотрите. Ну-ка. Та-дам! Это монета! И что за монета? Это у нас всего-навсего пятак. 5 копеек советские. Герб старый. И год, наверное, 26-й. Класс, я сейчас вот в ямку залез. О, тут так прохладненько. О, классненько. Серега перебрался на другой угол по диагонали. Там бутылки закончились. Говорит, все, хватит. Надо монеты собирать. Ну ладно, пусть собирают монетки. Итак, ребят, находка довольно-таки оригинальная. Мы сейчас устроили консилиум. Варианты были много. Но Сергей дал точный вариант, что это такое. И мы знаем, что это. Пишем в комментарии, если ты знаешь. А если не знаешь, то спроси, мы скажем. Вещица интересная, из цветного металла. Довольно-таки редко. Я впервые откопаю такую вещь. Рус, ты такую находил, да? Этот, как его, серебряный пинцет для сахара. Ну, ёпты, всем рассказал, что это такое. В общем, это для сахара, ребят. Пардон, я занят процессом. Да. Ну что, ребят, шурфик я уже за собой немного присыпаю. Делаю кое-какие красоты. О, попадаются. Вот такие вот. Это что у нас? Советская. Но выпала царская монета. 2 копейки. Год сказать не могу. Николай. Зачетно. Сегодня царики, советики. Все
Все в одном фундаменте. Зачетно, зачетно. Фу, сегодня жарко. Однако жарко. Копаю уже вторые сутки. Ночью не спал. Сейчас продолжаем. Ну а по находкам, ребят, у нас получилось вот таким вот образом. Давайте начнем справа. Это находки у нас рустика. Он у нас сегодня прям сегодня по стеклу удачно. Зачетно. Три царика у него. Николай, Александр, Николай. Ну и советики. По советикам рус, что самое интересное? Пятак 40-го года, пятак 30-го, пятак 46-го. 34-й, что ли, пятак? Да? А, нет, 31-й, ешкин кот. Вот, потом, ну, в принципе, что у него еще? 10 копеек, рамочник, да и все, наверное. По шмурдяку конины накопал. Прям вот так вот. Рустик, наперсток. Ой, наперсток поднял. И вот муштук. Серега тоже в этом же шурфе, тоже муштук. Ну, Серега что-то скромно. Он... Зато нормально, 2 копейки, 1917. Да, ребят, представляете, Серега нашел этот шурф, накопал меньше всех, зато он нашел шурф. Потому что я не успел начать, они пробежали оба. Вот такие вот бутылочки, вот эта зачетная бутылочка. Мы с Рустиком пробежали и все выкопали. А Серега шурфа только поднял. Раз, два, три, четыре, пять монет. Рустик его переплюнул. Вот. Ну и по моим находкам у меня немножко покрасивее, понаряднее, по количеству все интересненькое. Вот. У меня, к сожалению, только одна бутылочка. Вот. Вот такая вообще шикарная вещица. Здесь у нас имеется клеймо в виде тюльпана. Если что, кто знает, напишите, пожалуйста. А, пуговица была морская, наверное, кортик. Пуговица морская, да, вот пуговица. Ну она как, она инженерная или как она называется? Якорем, конечно. Якорь-топор. Вот такая вот заколочка. Гламурная. Древняя, между прочим, древненькая. Ну и шмурдяк, шмурдяк. Серебряная, к сожалению, у нас единственная сегодня 84-я проба. Вот такая вот сережечка. Вот такая диковина интересная. Сахарница. Сахар ломать. И мое предположение, вот это была печать. Потому что здесь была деревяшка. Я ее обстучал, она высыпалась. Вот так вот печать. По монетам у меня получилось, я уже посчитал, ребята. У меня получилось 40 ровно монет. По меди. Раз. Трешка 1896-го, трешка 24-го, я все, копеечка, все ждал, когда у меня двушка выпадет 25-го. Раз двушка, два двушка, три двушка, даже полушка выскочила, но вот такая дефектованная. По пятакам, что интересное, 26-й, затем... Еще 2 26-х, 52-й, 31-й, 30-й, 34-й, 54-й. Ну и трешечки, ничего интересного. Такая вот заготовка была. Народное творчество, рукоблуды. И копеечка 28-го, да? 28-й год. Надо бы сейчас по приложению посмотреть. Вот так вот все, что я хочу оценить, это, конечно же, трешка 1896 года. Хорошая, бодрая. И у Сереги Павел Первый. Ну и на этом ценностные находки закончились. Так что вот так вот получилось. Рустик вот на прошлом копии я вам не показывал. Вот такую вот пряжечку еще поднял. Тоже с этого места. Женская пряжечка. Периоды, наверное, 20 века. Зачетная, красиво, ажурная. Ну, в принципе,
я вам сейчас покажу, как горит, ребята, порох. У меня же порох самое интересное. Сейчас я включусь. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. Сегодня получилось просто шикарно тем, что, ну, сложились обстоятельства так, что ночной коп отвратительный, мерзопакостный. Но на утро, когда пацаны выспались, Серега пошел и наткнулся на один шурф, где у нас получилось у меня 40, у Рустика порядка 15, да, у Сереги. В общем, где-то монет 60 у нас вышло с одного шурфа. И это кучеряво. Цари, советы, все классно. Ну а сейчас напоследок, ребят, хочу вам показать те патроны, которые я нашел. Я их распотрошил и высыпал порох. И сейчас вашему вниманию покажу рабочий порох спустя 100 лет. Больше 100 лет. 104, да? В общем, сейчас, ребята, заранее всем пока. До новых встреч. И напоследок изюминка. Наш порох. А может, вы высыпать его? Так. Вот такой вот получился у нас пакетик пороха. Надо подальше, наверное, да. Че, подальше. У Рустика волосы все сгорели, курица. Смотрите. Ни хрена себе, смотри, как, да? Вообще, сто лет, и он рабочий. Класс. Все, ребят, всем пока, до новых встреч.